Телепузик, еще раз доброе утро. Чё я сейчас сходила в магазин в Лёшкиной около общаги. А покраситься попозже буду краситься. Ой, господи. Сейчас буду котлеты делать. Ну, гречки у меня осталось. Что ее выкидывать? Жалко, ребят. Вот гречка. Так, соль. Два яйца, гречку блендером. Сейчас я окно закрою одно, а то что-то холодновато. И это, подождите, парацетамол выпью. Что-то это, насморк у меня. Боже упаси. Это откуда у меня насморк? Раздетые хожу. Хожу раздетые. Гуляю раздетые. Ой. Боже упаси. Сейчас попозже буду краситься. Сделаю котлеты. Так, луковица одна. Две картошки потереть. Это я... Люди и трут туда, я обжарю. Мне котлеты, я и такие котлеты делаю. Лук обжариваю. Ну, сюда я это... Сейчас потру. Две картошки, там вода осядет. Ну и масло. Погнали. Я в котлеты всегда лук пережариваю. Ну, некоторые трут, некоторые это, как ее, туда сырой. Это ваша любимая сковородка, на ней буду жарить. Да. Ой, что это? Выскакивай. Ну, мне эта штука есть, я могла бы этой штукой, ладно. Ну, а что я буду выкидывать, да, ребят? Гречку. Сейчас котлеты сделаем, я уже делала, но я делала не так. Сейчас еще вторую половинку. Ну а что выкидывать гречку, правда, ребят? Раз, сразу сейчас котлетки сделаю. Наделаю себе, пускай в холодильнике. Вот она еще половинка. Все. Ой, только подняла. Ну, это мыть. Все, пойду поставлю. Ладно, ребят, сидите. Вот обратно посуду мыть. Ой, боже упаси. Сейчас я потру. Масла, наверное, хватит. Надо на мелкий, я на крупную буду, ребят. На крупный тоже пойдет хорошо. Ну, каждый по-своему делает, ребят. У меня же не столовая заводская. И мне не жирная.
котлеты делать с гречки, как мясо. Знаете, вкусно. Ну, там можно по-разному ее делать. Бы ногти бы не сломать. Аккуратнее надо все. На улице погода чего хорошая, ну уже все чувствуется. Заморозки, наверное, были, не знаю, были или нет, но чувствуется, что дождя нету. Ночью не знаю, был, я сегодня спала хорошо, ребят. Ночью не знаю, был дождь или не был, не знаю. Руки я вымыла, не переживайте. В жопе не ковырялась. Еще некогда ковыряться. Вот она. Сейчас пускай она... Две картошки пускай вот. Сейчас... О, вода есть, есть. О, пускай. Так. Теперь это. Девки, ну что это такое? Сейчас я отнесу. А то же все повалится. Сейчас соль уберу. А чё не идёт-то, девки? Субтитры сделал DimaTorzok.
девки. Все, ребят. Все. Сейчас, ребят. Сейчас я это. Хорошо, что ногти есть. Я еще новости не смотрела. Ну а что, мне не жирно смотреть. Я сразу это, как ее, вымыла, чтобы мне не было, не засохло. Вы сами знаете, там ножи. Вот она. Получилась смесь. Сейчас туда. Два яйца мужских. Так. Это все мыть. Два яйца мужских. Солюшки сейчас покажу, ребят. Сейчас еще надо помешать это. Сейчас чистенько. Я не могу так, чтобы это. Сами знаете, общага.
Сейчас я помешаю. А, нет, еще так. Вот, ребят. Сейчас я перемешаю. Посолила, еще лук туда сейчас пережарится. И все. И котлеты налеплю сейчас в мучке. Не знаю, то ли сюда можешь. Ну, на, не буду. Сюда я. Ну, как хотите, фантазии. Хотите сюда муки. Я не буду. Я, ну, посмотрю сейчас, ребят. Я ложкой буду. Я не буду руками лепить. Нет, брошу вот сюда мучки, наверное, чуть-чуть. И буду жарить. Лук сейчас пожарится. Лук пожарится, я чуть-чуть мучки брошу. Я не буду как так раз лепить. Не хочу, ребят, чуть-чуть сюда раз. И буду с ложкой вот так выкладывать. Вот они, видите, как это, как фарш, видите, я измельчила. Сейчас. Так, ребят, сейчас. Все, остыло. Вот она, пожарила я. И сюда. Сюда мучки еще кину. Я не буду так делать, как все делают там. Жидковатый, конечно. Ну, вроде вот она, фарш получился. Но туда мучки я лепить не буду, ребят. Ну, не хочу. У меня ногти сейчас туда там застрянут, туда. Ой, я для себя. Как сделаю оладушки. Ну, посмотрим, как получится сейчас. Как оладушки пожарю. Туда мучки. Я всегда манку, манку. Мне нравится с манкой. Манки бросишь, и она распухает. Туда раз мучки немножко. С манкой вообще вкусно. Я и котлеты делаю с манкой. Туда бросишь пережарку маночки, и с манкой она распухает. Что там она несет? Боже упаси. Я не могу. Вот чучундра. Чучундра. Такая песня есть. Сейчас пойдем котлеты. И все. Манки нету. Я забыла сейчас взять манку. Я бы манкой сейчас. Вот, получилось. Два яйца. Можно еще, но не буду. Хватит, одного яйца можно было. И все, вот она смесь. Каша-малаша. Но с манкой мне больше нравится. Да. О, на соль нормально. Пойдемте жарить. Так, ну что, телепузики, сковородка нагрелась. Я руками не буду лепить, ребят. Ну, не хочу, я одна живу для себя. Были бы гости там или кто-нибудь. Вот так беру, буду понемножку, и все. Под крышку. Под крышку. Ничего страшного. И все. Это что я хочу сказать-то сейчас? И под крышку, и все, пускай жарятся. Хорошенькие. И это кофе уже я. Кофе. Сейчас я буду краситься. Вода нагреется. И буду краситься. Что я хочу сказать-то? Сметана есть. Кофе сделала, чтобы остыло. И это цикорий сделала. Цикорий так натощак. И это.
Чесночка три зубчика сейчас сделала. Ну а что делать, ребят? Уже, извините, не молодая, чтобы все в рот ложить. А делаю так, чтобы... Да. Сейчас я в этой разобралась, это с этой мультиваркой. Надо, пойду в магнит и куплю себе там дешевый. Тут раз не стала брать эту гороховую, крупу гороховую. Там очень много дешевой она. Возьму и там это буду делать каши. Мне нравятся мультиварки каши. Рис есть, гречку уже больше не хочу. И капуста мне, пол кочана капуста, щи надо доесть. Не знаю, сегодня доем. Капуста есть, можно и это, солянку сделать тоже. Да, мне не жирно, вам не знаю. Под крышкой закрыла сейчас. Пожарю их и все. Со сметанкой. Ну, мне что-то насморк, не пойму. Надо на ночь одно окно закрывать, другое оставлять. Вот. Еще новости не смотрела. Пойду новости погляжу. Что там новости? Да, Ольга Валерьевна, ты наша красотка. Ты наша муси-пуси. Пускай пишут, что хотят. Не, представляете, собаку у нас. Я иду обратно, собака выходит, щенок. Щенок выходит из подвала здесь у нас в общаге. Иду обратно, а я говорю, а что там? Ну, не буду говорить, с кем я общалась. Вы что думаете, я в общаге не общаюсь? Со мной все общаются. Это эти со мной, эти. А я больше не могу их назвать. Эти. Ага. Святые. Она говорит, это со второго этажа ваш квартирант. Ну, у меня квартирант, он раньше жил. Помню, переехала, я его выгнала. Не хотела уезжать с моей. Он думал, что это ему вечно останется. Ага, долгов наделали. Я говорю, как? Да, он взял, говорит, и это выпускает ее. Как выпускает? То кошка, жаловались на его. Его кошка везде ссыт. Кот. Помните, я снимала хозяин общаги? Да, он ссыт. И там еще. Сейчас, во-первых, закон вышел. Надо мне попросить, чтобы закон мне дали. Я уже выкидывала сообщество. Да, и вот я сняла, говорит, по общаге. Уже ему все говорили, а он все равно. Собака, мне кажется, она охотничья, да? Уши-то видели, какая охотничья. Вот уже в общаге уже собак гуляют, живут, ходят по общаге. Ну ты завел себе, держи в комнате. Чё ты по общаге? Тем более он это, квартирант сам. Ну да. Я номер квартиры не знаю, я спросила. Мы тут сами не знаем. Охренеть. Живут же люди в Голливуде, да? А я иду такая в магазин, не понял. И вот обратно шла, хотела снять, она убегает. Потом выходит. Мне сказали этот сверху. Он, наверное, на работу уходит и выпускает. Члены общения. Угу. Под крышкой делаю, чтобы они притомились. Сейчас со сметанкой их.
Три татушки, три тата. Котлеточки. Я еще это руками буду лепить вот так. Зачем я вон ложкой, раз все равно есть. Правда, это не... Это что для гостей? Драники давно тоже не ела. Драники надо. Блины не хочу. Блины... Сколько, 3 штуки было на неделю, вот доела. Ну, она в тарелке взяла со сметаной. Ночью доела. Да. Хорошо постригли, конечно, челка мне нравится. Я люблю короткую ее. Сейчас покрашусь. Я люблю короткие челки, вообще люблю. Я даже еще короче могу. Ну да, мне нравится. Она фильтровала еще. Вот это мне нравится. Мне нравится, как... Ну, она знает мою голову. Я даже ничего не говорю. Она сама... Она просто спрашивает мне, что, длину оставляем или это, к зиме немножко преобразим? Я говорю, не-не-не, к зиме надо. И все, она чик-чик, чик-чик-пук, чик-пук. Не знаю, как там это хвалят, не знаю. Я к Светке уже 8-й дом давно, вот сколько, много лет, как сюда приехала, познакомилась и хожу. Мне нравится, извините меня, что к одному мастеру будешь бегать, второму, там объяснять туда и сюда, и объяснять, что отрезать, что подрезать, что пришить. Я вам говорю, я прихожу, она говорит, длину оставляем или... Что делаем? Я говорю, делаем. Все фильтрование, все сама делаю. Это я еще не расчесывалась. Я никогда не расчесываюсь. Раз. И все. Что мне длинные волосы тоже зимой? Зачем они? У нее рука легкая. Обрастет, правда? Что я молодая? Это я молодая была, волосы. До жопы. Да ладно, не до жопы, но до этих. Да и вообще это, она обрастет, в ноябре нас в гости мы едем. Ну, не знаю, в ресторан, где там снимут. В Кондрове или в Полотняном. Сказали, в Кондрове рестораны хорошие. Ну, там кафе или ресторан, не знаю. Да. У меня платье новое есть, мне подарили такое платье. Ну да, подарили мне, новое платье подарили вообще, шифоновое. Вот как я внизу мечтала, вот эти много юбочек, ой, девки. Ну подарили мне, что я буду говорить. Здесь, жилетовское. Вообще такое шикарное. Ну его только выходить на праздники. Я тоже шифоновое видела, ну, в Озоне такие дорогие. Ну, там есть еще такой шифон платье. Да ладно, у меня платье много, а это мне подарили летом. Новое прямо, мой размер. Вообще шифоновая там она, с подков... Ой, ну вообще красивая. И вот понимаете, эти юбочки две внизу, я так их обожаю. Ну, под мою фигуру. Я же не дылда, блядь, 2 метра. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра. Сейчас, девки.
Сейчас, ребят. Ой. Они такие мягенькие. Мягенькие получились, ребят. Сейчас остынут. Сейчас покажу. Сейчас еще заложу. Мягенькие получились, ребят. Ну, я хочу вам сказать, ребят, сейчас. Еще две котлеты там осталось. Сейчас. Вот они получились. Я на вкус покажу потом. Со сметанкой. Ну, мягкие, мягкие. 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 И это, что хочу сказать-то, ребят. Я лук всегда, хоть такие мясные котлеты, жарю. Ну, меня давно научили. Я все терла. Терла всегда. А здесь мне Жилетовская, ну, с кем мы дружим, Жилетовская, она сказала, я режь и жарь. И я стала, и очень вкусно. Вот. Валерка. Горячая. Можно из капусты, но я здесь муки, у меня нету манки. Я так манки добавляю. Манкой вообще вкусно, ребят. Что в мясные котлеты манку. Что такое? Мне нравится манкой. И они стоят, пока набухнет. И в мясные тоже манку. Мне кажется, соли мало, ладно. И чеснок туда надо было. Но не стала я, ребят. Не чеснок, чеснок так поем. Вот, видите? Угу. Люди добавляют еще это и перец молотый, чеснок. Я не знала, чеснок так я сейчас буду. И молотый перец я не стала. Ну, мягкие. Некоторые лепят и мукой обваливают. Я нет, я туда мучки. Была бы манка, я манки бросила, но нету. Забыла, я была в магазине, забыла. Ладно. Можно было и рис отварить, с рисом размешать. Можно было с рисом. Ну, капусту мне, может, капусту мне еще сделать с рисом, пожарить котлеты. Но рубить только. Ну, блендером можно капусту порезать, посунковать блендером. А сейчас я со сметанкой. Ребят, такие вкусные. Фасоль мне нравится, котлеты тоже надо отмочить долго, сварить долго, потом блендером. Фасоль мне, ну, то же самое. Фасоль вообще вкусные котлеты. Угу. Тоже лучку туда, чеснок, перец. Ну, я это чеснок не добавляю, я так его ем. Лук пережаренный.
и маночки. Ну, если нет манки, то можно и муки. Вот так. Все прям видно, что осень. Сегодня 12-е. Получается, видите, один съела. Вот осталось чуть-чуть. И вот это сейчас жарится. И все. Вот так. Очень мягкие.